Так, я думаю, вы заметили, что это немножко не Waveworld, а Hypixel. Эта картка просто будет такая, ну, знаете, чисто, во-первых, вы посмотрите на качество звука, во-вторых, вы посмотрите на качество картинки. То есть, да, я повыпендриваюсь, оно стало гораздо, по-моему, лучше. Все знаете то, что я не БВшер, но Бедварс на вот этот вот я люблю, который хайпикселевский. И то, что его добавили на Waveworld, о котором... Ну, об этом мы поговорим во второй катке, там катка будет на вайме. А сейчас просто вы посмотрите, где геймплей все-таки пока что лучше, и что не хватает на вайме, напишите это в комментарии, на форуме, ну, где угодно, в общем. Но что-то я скажу потом, что-то сейчас. В общем, вы поняли. Давайте сразу за Рашем туда не пойдем, пойдем к соседу. Пойдем налево, точнее. Нам нужна кирка 100% будет, да и все, мы и так за Рашем дальше. Вот очень сильно, что мне нравится на лицензии, это то, что сейчас фаербол здесь пофикшен, но об этом я скажу еще на вайме. И то, что здесь анимация, как я упал, нас зарашили. Да? Нас сломали, да? Нет? Нет? Не понял. Что мне показалось? Ладно. Есть анимация на здесь, на лицензии, то есть на хайпикселе. Там, на вайме, на Будварсе. И нету анимации у фаербола. Это что? Он путь сломал нам чуть-чуть? Ничего, челик, конечно, угарный. Ладно, давайте. Там никто не идет. Ну-ка, давайте. Сломаем его. Это, по-моему, белый. Я на цвета никогда не смотрю так. Тихо. Вот. Взрыв есть у TNT и у фаербола. На вайме этого нет, я не знаю почему. Ладно, мы его сломали. Нормально, это был нубик какой-то. Кстати, то, что я заметил, это, по-моему, ресурс исполняется в играх по-разному, потому что... Вот сейчас как-то ресурсы слабо. Не знаю, с чем это связано, честно. Мне кажется, то, что здесь вот сейчас... Вот смотрите, смотрите мув, смотрите мув. Не-не, не получилось. Челик настроен решительно, на самом деле. Он TNT будет сбрасывать, да? Нет. Да. Ух, это было очень стрёмно и жестко и вообще опасно на самом деле. Господи. Он еще фаербол, так-то он мог кинуть фаербол, зарашить и потом убить меня, но... Что-то он уступил на самом деле. Ну, не зарашить, ой, не убить, но хотя бы, блин, зарашить. Но реально, что-то он уступил очень сильно. Но это было опасно. Реально, очень сильно опасно. Опа, он как раз уходит, просто в крышу ломаем. Все, мы немножко в крысу сыграли, поэтому давайте-ка еще одну игру, а то это слишком скучно, как у меня было. Вот, вторая игра у нас. Давайте как-то более бодренько в этой игре сыграем. Здесь карта вроде нормальная, то есть можно строиться быстренько направо. Чё у меня этот зум не работает, короче? На... Да. На R. Хотя он забинет, по идее. Давайте сразу, просто рашим. Бесстрашно, не застраивая кровать. Просто раша. Мы же профессионалы, правильно? Правильно. Вот так. И зарашили. Что? Вот в чем минус еще хайпикселя. Из-за пинга кровать иногда не ломается. Это очень сильно... Ну! Нет! Нет! Что? Черт! Я думал, она умерла уже. Ладно. Я почти застроил кровать. Где эта девочка? Я ее вижу. Все нормально. Нам сейчас нужно до нее добраться только. Ресурсы сложу, наверное, в мистик, чтобы удобнее было. И побежали. Добить нам ее нужно, чтобы она нам не мешала в будущем.
Она же не на моей базе, да, вроде. А где она? А, все, она упала, нормально. Так, почему мне килл защиты, кстати? Вот это я не понимаю. Это, ну... Почему? Типа, ее никто не ударял, она просто упала, и поэтому килл мне? Из-за этого, что ли? Чё-то не понял. Ладно, давайте дальше побежим. По кругу, так сказать. Просто по кругу бегаем. Сейчас на этой базе купим себе поножи. Так, ломаем. Ломаем в крысу. Опа. Все кровати в крысу. Тихо, он не видит нас. Давайте, знаете что? Давайте вот так вот. Ну, надо как бы по сторонам смотреть на самом деле. Что еще могу сказать челику? Давайте вот так. Вот так и вот так. Чтобы было ровно. И если нас убьют, то был такой бонус на базе сразу. Но остался так-то один игрок. Белый, он там. Он видит то, что мы слева, наша кровать там дальше. Следующая будет. Да, вон, мы обижали чисто круг. А надо было всего лишь пойти направо. Ну ладно. Так, что у него интересно по кровати? Убили. Хорошо. Эта катка более была интересная, хотя тоже скучная. Но ладно, две игры, думаю, достаточно. Перейдем на Вайм, наконец-то. А вот и Вайм Ворлд с новым Кимбадварсом. Кстати, сразу, наверное, стоит сказать, что ресурсы... Ну, сейчас посмотрите. Если отмотаете на катку на Хайпикселе и посмотрите с ресурсами сюда, то, по-моему, здесь не спавнится быстрее. Ну да, даже вот сейчас чувствую, то, что они как-то быстрее, что ли. Не знаю, либо глюны... Ну, это сами уже скажете. По-моему, реально они быстрее спавнятся, то есть гораздо. Это, кстати, плюс. Потому что, ну, долго ждать. Ну, хотя я не знаю да, еще. Я бы в Варсе не так много играю. Блин, блоки купил, ну ладно. Не так много играю, поэтому, ну, плюс или минус сказать не могу. Как там уже кровать сломали? Там... А. Что за спидранеры пошли? Вчера таких не было еще. Сломаем. Ну, PvP-система, ну, здесь реально что-то с ней не то. Вот с PvP хз. Ой, он железку купил. А чё это? А чё это он так... так? Ладно, мы его убили. Но... ХЗ. Типа вот такие нубики компят, блин, как не нубики. Это жесть. Блин, еще и обзывается. А, это этот чел, который... А, я его вспомнил. Я вчера, короче, вечером играл. В последней игре его также зарашил. И убил. Блин, какой он агрессивный на самом деле. Я такой же бываю иногда. Иногда. Блин. Я даже не знаю, какую здесь тактику применить. То есть алмазики. Блин, нам нужны алмазики, кстати, там строится как раз один черт, которого надо по-хорошему бы опередить. Но. Мы уже это не сделаем, если мои блоки нет, не закончились. Ладно, давайте все равно. Нам надо это сделать. Рачить-то надо. Играть-то надо, как бы. Как побеждать без этого? Че он там, наверх залез? Нет, да? Нет. Я надеюсь, он сейчас не купит себе, о господи, ну вот это, вот, зачем такое дерево строить? Специально, чтобы игроки падали, да? Такие, как я. Не, ну я не знаю, это было красивое комбо, ну, не самое, но нормальное. Вот это красивее, но он его сбил. Ну ладно, нормально. Так, что у нас тут? Меч. Давайте меч. Гэппл. Вот это. Мне, кстати, интересно, а фаерболы пофиксили или нет? Давайте проверим. Хотя, я не знаю, проверять не хочу, у меня хп мало. Пошли дальше просто.
Акробат там, в принципе, пофиг. Я думаю, мы, если что, без нее справимся. Опачки. Куда он наверх пошел? Где? В смысле? Что, наверху, что ли? Что, крыса? Реально. А, у него хп было мало. Ладно, тогда простительно. Начнем с того, что фаерболы, как я уже ранее там упомянул, фаерболы, они не пофикшены до сих пор, по-моему. То есть, ну вы видели на Хайпикселе, ну знаете, точнее, то, что там можно под себя их кинуть, и вообще будет вам классно, потому что вы подлетите, и так можно заражить, делать мувики красивые, в общем, для ютуберов по Бэдварсу, ну это вот просто сок. Здесь пока что этого нет, но енот мне вчера написал то, что он над этой штукой работает. То есть, ну он и пофиксит, рано или поздно, опять же. Через пару дней, наверное. А дальше. Големы. Ну, все знают, кто играл сейчас на Вайме, то, что големы здесь это пока что лютейшая имба. Они хоть и стоят 128 железа, но ресурсы-то фармятся быстро. И как бы то, что ресурсы фармятся быстро, это плюс. А вот то, что они... Нифига! Ловушки, кстати, сработали, я хотел о них говорить дальше. А, то, что они работают, это... Ой, то, что они стоят мало, это, конечно, хорошо. И то, что ресурс спавнится быстро, это классно. Но это все равно неприятно как-то. А. Ладно. Но тоже, как бы, здесь хороший бэдварс на самом деле. Если вот пофиксят баги всякие и сделают это, ну, знаете, чтобы здесь можно было такие фаны играть прикольные. То есть пока големы есть, их играть что-то проблематично. Ловушки вчера не работали, тоже было неприятно. Сейчас они работают, то есть уже что-то фиксят. Может быть, фаербол тоже пофиксили, не знаю. Но допустим, что пока что вроде бы нет. PvP система и вот, ну, главное, что меня сейчас бесит на этом режиме, то, что какие-то удары и отдача странная у людей. То есть все могут в чате написать друг другу то, что это чит. Ну реально все. У нас вот в первый день, когда вышло, было такое. Встретились там мы и еще какая-то команда, которая, ну, тоже умела играть. И они написали то, что у нас, блин, фул килаура, мы нифига не легиты. И мы им тоже писали то, что у них, ну, читы есть. Это было очень странно. И это не только мы такие долбоёбы, скажем так. Это, ну, некоторые люди тоже заметили. То, что с хитами там что-то не то, я не знаю. Может, типа, у всех голены, может, так работает, не знаю, хит детекшн на Вайме, если... Ну, хотя, блин, если сравнить тоже Skywars с PvP, то там без скорости, там абсолютно другие хиты будут, нежели здесь. Так что, я не знаю. То есть сами тоже напишите в комментарии там или куда-то еще вот это мнение свое по поводу хитов. Может, реально галюны, может, нет, хз. Такой получился ролик, 2 бэдварса. Легкие катки какие-то получились, повезло. Крипы в основном. Таких жестких игроков не было. Ну, я с вами прощаюсь. Всем удачи, всем пока.